Forza Palermo con Alonso Camilo. Acqua con limone. Так, поздноватенько, знаю, не 7 утра, но ничего страшного, лучше сделать, чем не сделать. Сейчас сделаю музыку чуть потише, что-нибудь вам расскажу интересное. Но очень жарко, очень жарко, очень жарко, очень жарко. Так, сегодня 23-й лунный день. 28 июля 2024 года, 23-й лунный день. Он такой вот коси-коси. День провокаций и искушений. Так что вот лучше это время провести в отдыхе, в семье, на природе, не знаю, там, меньше контактировать, ну как-то так вот умиротворенно. Тем более в воскресенье мы сделаем с вами упражнение «Здравствуй, солнце», «Приветствие солнцу». И немножко я добавлю новеньких упражнений. Что-то мне тут волосы висят, торчат. Надо их мне как-то убрать. Все жарко, но ничего страшного. Так. Водичку с лимоном натощак пить. Если кому не подходит лимон, очень хорошо температуры воздуха, водичку, ну или тепло-горячую водичку. Утром проснулись, выпили тепло-горячую водичку. Как раз-таки почистится животик, и все ненужное уйдет. И вот этот вот пищеварительный тракт подготовится к приему любой пищи. Пища должна быть, конечно, натуральна. Все, что не натуральное, все, что фабричное, убрали в сторону. Убрали в сторону, ну, просто уберите в сторону. Сахар белый кушать запрещено. Хлеб из белой муки кушать запрещено. Что еще? А, молочная продукция запрещена, за исключением, если вы покупаете у фермера, там, где есть молочко, сыр, но тоже старайтесь кушать в меньшем количестве. Все, что касается курочки, печень, мяска, все покупайте у фермера, все готовьте. Но летом жара, мне кажется, только фрукты и спасают. Ну что? Про день искушений понятно? Вот будет искушать. Можно другими словами сказать, что день называется крокодил. Все. Все, что будет происходить, какие-то там искушения, да, можете просто говорить крокодил. И все. И все будет проходить мимо. Кстати, ну это считается негативный, отрицательный день. Их 5 в лунном цикле. Это 9, 19, 23, 26 и 29. Всего лишь 5 дней. А в лунном цикле 30 дней. И вот я через лунный цикл, через вот этих 30 дней выхожу в интернет. Каждый день в прямом эфире делаю фитнес, показываю питание, как я живу, где у меня все сферы жизни, ну, налажены. Но если не на 100%, то на 95%. Точно, да, ну, потому что я человек, в моей жизни что-то может происходить, и это нормально. И через лунный цикл я показываю, как можно жить, просто делать некие ментальные упражнения. Просто привычка, вот привычка рано вставать в 5 утра, привычка делать фитнес, привычка пить воду с лимоном, привычка чеснок натощак, я уже пью второй месяц вместе с мужем. Вот, привычка читать, привычка вечерняя культурная программа, привычка красивые волосы, да? Привычка иметь красивый женский образ, привычка быть доброй. Видите, вот сколько привычек идет через фитнес Форса Палермо. Привычка улыбаться, привычка... Я как-то рассказывала в каком-то видео, еще раз напомню. Мне хочется поговорить, что если приходят негативные эмоции,
да, это неправильно вынесенное суждение. Угу. То есть есть три этапа, не буду сейчас вводить в теорию, есть три этапа. То есть первый, второй, а на третий уже, если ты пошел гневаться, шашкой махать, уже бесполезно что-то делать. То есть вот именно второй этап, А, Б, С, второй этап, он как раз-таки выносит суждение. Выносит суждение. И лучше вот первый, ну максимум второй, да, вынести суждение наоборот. Если уже вы стали на второй этап, и, ну, к примеру, там, ну, я не знаю, там, хоп, порвалось, пошло раздражение, да, и такая думаешь, ах ты, бляха-муха, там день пошел, и пошли выносить суждение отрицательно. Нет, вот именно на втором этапе, когда выносится суждение, да, как, ой, как хорошо, как миленько упала вот эта вот классненькая заколочка, которую я сейчас заколю себе на волосики, чтобы мне волосы не мешали. И когда вот на этом этапе выносится, то жизнь в раю. А это привычка. Это привычка. Вот и все. Кстати, третий месяц, август, я проведу, по-моему, тоже в Инстаграме, потому что качество видео мне больше нравится, чем на Фейсбуке. Вместе с мужем фитнес Форца Палермо. Вместе с мужем. А это тоже привычка. И смотрите, сколько привычек в питании, сколько привычек в фитнесе, сколько привычек в вечерней программе, сколько привычек в отношениях, ну, читать, изучение нового, да. Из этого состоит жизнь, которая действительно стоит того, чтобы жить. Баста, парли, парло, 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 сону, парло, парло, парло. Музыка. Но так как я поздно встала, конечно же, я хочу размять тело, а разминаем его очень просто. Встали. Раз. Раз, два. Видите? Просто на носочек, да? Это вот маленькая такая разминочка, потому что нужно тело подготовить. Его нужно просто подготовить. Кстати, пока подготавливаю тело, хочу сказать, вот пока подготавливаю, раз, да, хочу сказать, что, ну ладно, вот так мы положили. Вот мне вчера мужчина говорит, Алена, а ты, ну типа, можешь есть 4 килограмма еды, сладкое, жирное, это самое, и ты все равно не поправишься. Представляете? Как заблуждаются люди. Типа, если я буду есть все подряд, всю дрянь подряд, чипсы, картошка, там сладости, мороженое, пирожное, да, типа, ну, у тебя такая конституция, ты не поправишься. Ерунда. Нет, нет, нет. Вот это тело, и то, что в тело впихаете, из того тело и состоит. Меняется питание, тело изменяется. Добавляете фитнес, тело изменяется. Все, не придумывайте сказки, что вот эта вот худая, да, у нее там хорошо работает, там желчь выделяет, хорошо пища расщепляется. Может быть, она и ест все подряд, да. Может быть, она и худая там, да. Худая, злая. Все. Если она ест все подряд и выделяется очень много желчи, значит, злая, худая, злая. Естественно, там куча заболеваний, да, и психических, и психоневрологических, понимаете? Если полная, да, это тоже не приговор, не приговор. Меняется питание, меняется питание. Да, нужно потрудиться, да, нужно немножко потерпеть. Но любая привычка развивается 66 дней. И вот эта вот форма, да, не от того, что я там какая-то там, мне от природы дано. Нет, нет, нет. Ну, моя одна знакомая говорит, что типа это труд. Нет, это не труд, это образ жизни. Все, привычка, образ жизни. Выпить лимонную водичку, образ жизни. Я не пью никакие ни колы, ни газировки, это же ерунда какая-то, да. Я просто заварила в жаркую погоду, кстати, надо мне сделать это. Что-то я сама пью, а никому не показываю. Просто зеленый чай заварила,
или какие-нибудь травы заварила, добавила туда ложечку меда, поставила стаканчик и в холодильник. Вот тебе, пожалуйста, сладенький напиток, ну чуть-чуть с медиком. Ну и вот все такое вот натуральное. Естественно, да, вот это и тело. Танцую, пляшу, бегаю, активничаю, прыгаю. Сейчас, наверное, попрыгаю. Видите? Поэтому я улыбнулась этому мужчине и сказала, что да, я всегда в этом весе, в этом теле. У меня тело не бывает ни толстым, за исключением рождения ребенка. Но, и извините меня, я всегда придерживалась, убирала сладкое, копченое, мясное, производственное. Я всегда занималась спортом. Всегда. Всегда на протяжении всей своей жизни. Даже работала фитнес-тренером, а сейчас веду. Вот просто показываю вам второй месяц. Я каждый день выхожу в эфир и делаю. Каждый день я выхожу и делаю фитнес. А из физических упражнений утром я показываю только вам часть. Я-то делаю больше. Вот есть человек, извините, 24 часа в сутки. Это я так ругаюсь. 24 часа в сутки. Из них там 8-6 часов спите. Из них есть у вас сколько? 12-14-16 часов. И что, трудно найти 40 минут, чтобы позаниматься фитнесом? Ну, не смешите меня. Ну, неправда. Что, трудно ручку поднять, трудно ручку опустить, сделать вот такие вот упражнения? Вот оно. Вот это вот трудно сделать упражнение для рук. Что такое за висящие руки? Ну, это же некрасиво. Вот это вот прямка висит. Ну, что это такое? Ну, поделайте 100 раз вот это упражнение. Да? Ну, возьмите гантельки, они у меня здесь есть, ручки. Да, вот оно. Ну, поделайте хоть что-нибудь. Но с вами продолжим. Так, коленки сделали, да? Ну, что трудно? Подняли, покрутили. Опс, видите? Ну, что это трудно? Нет, просто нужно эту привычку, свою жизнь. Ну, что это трудно? А из этого и состоит жизнь счастливая, красивая, богатая, самодостаточная, активная. Что трудно? Раз точка, вторая точка, третья, четвертая. И точки взяли, соединили. О, соединили точки. В обратную сторону. Точка, 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 точка. Соединили. Вот и весь фитнес. Вот и весь фитнес. Все, покрутили. Руки на пояс. И раз. Что это трудно? Два. Вот уже пошли мышцы работать. Вот они уже. Вот. Другую сторону. Ну хотя бы один раз сделать. Это же совсем не сложно. Вот ручки. Обнялись. О! Ну ладно, сейчас я буду говорить мягко. То есть обнимаемся, видите? Хорошо. Для ручек упражнение. Покрутили. Раз, два. 100 раз. Чем-то вольт. Видите, стоите и крутите, да, в обратную сторону стоите и крутите, а то животы положили на свои колени, сели и живот положили, ну что это такое, разве это женщина? Ну да, ну пусть она будет, у всех есть рост, да, ну должно строение быть нормальным, живот нормальный, попа нормальная, ляжки нормальные, ну, так. Я хотела новенькие упражнения, да? Смотрите, поднялись на носочки, опустились на носочки. Видите, как просто? С ручками поднялись, опустились. Просто с ручками поднялись, вот оно, опустились. Ну, тяжело. Стульчик. Опс. Видите, уже все, что со стульчиком постояли. Походили на носочки, походили. Подтянули ягодичку. Видите, подтянули. Вот он. Вот он. Просто постояли. Как раз таки пошли работать мышцы. Да? И вот раз, два. Раз, два. Стоим на носочке. Раз, два. Очень хорошо. Да? Опс. Раз, два. По ножке. Раз, два, три.
Ну, как вам удобно, экспериментируйте. Хорошо. Оп, вперед. 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 Хорошо. Помахали ножками. Хотите на носочках, хотите просто помахали. Вот. Помахали. Все. Вот и все упражнения. Все. Помахали. Раз. То же самое с другой. Но я, конечно, не эти упражнения хотела вам показать. Ну, раз. Уже. Опс. Встали. Раз. Видите? Конечно, мне делается проще, потому что, простите меня, я уже 60, сколько это, 53 дня каждый день выхожу в эфир. Так, ну я все-таки хотела показать другие упражнения, я их уже забыла. Ну ладно. А нет, вот, смотрите. Встали. Опс. Вот оно. Раз. Хорошо. Так. Так. Опс. Открылись. Раз. Можем чуть-чуть сделать пошире ножки. Опс. Пошире. Хорошо. Раз. Два. Хорошо. Раз. И открылись. Вот такое вот упражнение очень хорошее. Так, одеваю свою резинку, потому что мне жарко. Хорошо, упражнение сейчас еще раз попробуем вместе с вами. Очень простое, хорошее упражнение. Очень простое. Просто делайте. Наверное, мне, конечно, нужно сделать расписание, но я лентяйка. Хочу жить свою свободную жизнь. Когда хочу, тогда и выхожу в эфир. Коровная. Оп, пришли сюда, оп, и открылись. Оп. Раз. Открылись. Хорошо. Вот он. Показываю сбоку. Встали. Спинка. Раз. Открылась. Очень простое, хорошее упражнение. Раз. Так. Оп. Что мы еще с вами сделаем? Ну, давайте сделаем упражнение, мое любимое. Я его уже делаю просто на автомате. Опс, опс. Ставим. Два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Это упражнение укрепляет все мышцы. Все, все, все. От ключевого слова все. Так. Раз, два, три. Побежали, побежали. Хорошо. Немножко для таза покажу упражнение. Что это у меня? Для таза покажу упражнение. Так. Коленки или на коленки? Хорошо. Встали. Так. И раз. Подождите, забылась. Раз, два, раз, вот он, вот он. Закрутились и раз, раз, два, раз, два. Хорошо. Закрутились и
И то же самое сделаем на другое. Раз, два. Раз, два. Видите, когда новое упражнение, то немножко сложновато. Но я их изучу. Хорошо. Но мы с вами договорились, у вас должен быть свой комплекс упражнений. Что еще сделать? Хорошо, очень простое упражнение. Очень простое. Встали, одна коленка сюда. И раз, два. И раз, два. Вот положение. 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 Коленка вперед. И в бок в один сели. И растянули в другой. Раз, два. Поменяли. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Вот оно. Хорошо. Хорошо. Опять же. Видите, положили. Раз, два. Раз. Очень хорошо. 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 Так. Следующее очень хорошее упражнение. Раз. Два. Раз. Два. Видите, очень простые даю упражнения. Просто сделайте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Смотрите, мне еще, давайте помахаем ножками. Раз, оп, видите? Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, все, хватит. Сегодня воскресенье, и я ленивая. Но ленивая, давайте еще одно упражнение сделаем очень хорошее. Походим тоже. Оно очень эффективно, чтобы штаны куда-то мы туда влазим. Встали. Раз, два, три, четыре, пять. Встали. Опс. Оп. Потянулись и вернулись. Раз, два, три, четыре, пять. Класс. Встали. И пошли. Раз, два, три, четыре, пять. Хорошо. Потянулись. Раз, два, три, четыре. Встали. Видите? Ладно, мы еще попрыгаем. Хорошо. Ну, короче, погоняем жир. А еще есть такая. Раз, два, три, оп, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10. Видите? Одно. Раз. Вот это положение. Два. Вот это вот. Три положения. Вот это положение. Четыре. Это положение. Пять. О. Немножко похоже оно на приветствие солнца. Еще раз, смотрите. Вниз, опустились, вниз, встали в планочку, немножко в змейку вытянули, сделали собаку голова вверх, собаку голова вниз, опять вот это положение, оп,
Так. Ну, а сейчас попрыгаем. Раз, два, три. Видите, пяточки. Пяточки. Раз, два, три, четыре, пять. Просто попрыгаем. Раз, два, три. Вибрация. Четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. А теперь немножко вверх. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. А теперь на одной ножке. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. А теперь на носочках. Раз, два, три, четыре, пять. На пяточках. Раз, два, три, четыре, пять. Хорошо. А теперь сделаем упражнение скакалочку. Берем. Раз, два, три, четыре, пять. И немножко быстрее. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. На одной ножке. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Поочередно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Походили. Класс! Видите? Вибрация, вибрация. Все пошли работать с системой. Опорно-двигательная, сердечная, гормональная, лимфодренаж. Все пошло работать. Смотрите. Попробуйте вы еще деток усадить. Да? И в то же время попробуйте мудрого человека заставить бегать, прыгать. Видите? Вот оно есть. И молодость, и мудрость. Пробуем еще раз этот комплекс. Раз, два, три, четыре, пять. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Поочередно. Раз, три, четыре. Шесть, семь, девять, десять. Раз, два, четыре, пять, шесть. Хорошо. Прыгаем, прыгаем, прыгаем. Отлично, отлично. Раз, два, три, четыре, пять. Хорошо. Хорошо. Видите? А сколько в детстве вы прыгали через скакалку? Утром выходили. И сутками, сутками с этой скакалкой. Турники и скакалка. Мяч. Турники, скакалка, мяч. Правда? А что сейчас такое случилось? А, диванчик, диванчик. Диванчик, да? Постоянно ждет. Но. Смотрите. Раз, два. Давайте вот такие вот, видите? Движение. Раз. Два, три, четыре, пять. На другую. Раз, два, три, четыре, пять. Это кому сложно. А кому не сложно, просто раз, два, пять. На одной ножке. Скачем, скачем. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Поочередно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь, девять, десять. Хорошо. Достаточно. Все хорошо. Походили. Опс, опс, опс. Встали, выросли. Раз, два, три, четыре. Вниз опустились. Вверх. Вниз. Вверх. О, классно. Отдых. Походили, побегали, попрыгали. Классно. Следующее, что я хочу сказать. Дневной свет. Дневной свет. Дневной свет. Утро наступило. Свет появился и вышли из дома. Находиться в течение дня на дневном свету.
никакого дома, никакого бара, никакого ресторана. Если у моря есть шезлонг, есть парки, много есть мест, где можно находиться днем. Солнце село или начинается предзакат, возвращайтесь домой. Это крепкое, крепкое, крепкое здоровье. Вот смотрите, растение, которое растет в теплице или вообще без света, оно хиленькое, больное, там листья эти, прям смотреть противно, да. И растение, которое растет на улице, да, крепкое, цвет, да, аж прям, аж загляденье. Или же, там, не знаю, ягоды, ну, а когда растение растет без света, в помещении, что туда нужно вкладывать? Химикаты, чтобы оно респектабельный вид, понимаете? Туда химикаты, а потом эти химикаты кушаете, понимаете? А растение, которое растет на улице, да, крепкое, красивое, загляденье. А скушаешь его, так прям аж силы, Шварценеггер. Я такую метафору вам дала по той причине, что ну, у меня дочь всегда находится в помещении. Это я постоянно ей говорю, объясняю. Надеюсь, что когда-нибудь она увидит это видео. Ну, не знаю, когда-нибудь. Они же сохраняются на Ютубе, на Фейсбуке, в Инстаграме, в Телеграме. Я везде есть. И поймает инсайт и будет выходить на дневной свет. Дневной свет попадает, участвуют все реакции, которые участвуют. Все. Моментально все витамины, минералы, все усваиваются идеально. Не надо пить никаких сумасшедших витаминов. Воду с лимоном пейте, витамин С. Рано вставать. Вот смотрите, для здоровой, крепкой жизни, ну, мое тело не больное. Мне трудно рассуждать, если у меня что-то болело. Я родилась здоровой, мне сейчас 51 год, и я 51 год я была здоровая. Самое большое – это температура, какой-то там маленький вирус. Это самое большое, чем я болела. Соответственно, я свое здоровье берегу, его я сохраняю. Сохраняю. Как я сохраняю? Ранний подъем в 7 утра заниматься, вечером заниматься, питание. Утром, вот сейчас мы пойдем куда-нибудь, я не знаю куда. Но и спать-то я ложусь. Простите меня, уже солнце зашло, но сейчас очень жарко, и поэтому ложусь поздно. Но вообще где-то в 10-11 уже сплю крепко. Все. Изучаю что-то новое, кормлю, пою свое тело и вывожу его гулять. Кормлю, пою и вывожу гулять. Кормлю, пою и вывожу гулять. Все. Все, что нужно для тела. Но все, что нужно для головы, а мышление и все, что там внутри находится, это тоже часть тела. А это изучение нового, иностранные языки, мышление красивое, красота, ну, короче, всевозможные привычки новое. И на мир смотреть широко открытыми глазами в диапазоне 3000 километров. А сейчас мы сделаем приветствие солнца, очень хорошее упражнение, я его очень люблю. Я сделаю один раз, а вам лучше сделать его 3, а лучше 5. Встали, животик и ягодички, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Задержка дыхания. Вдох. Выдох.
правую ножку, сейчас на левую. Выдох. Животик, ягодички. Вдох. Выдох. Задержка дыхания. Выдох. Хорошо. Классно. Классно. Это Нурия Намасхар. Приветствие солнца. Ну, здравствуй, солнце. Это я. Здравствуй, солнце. Это я. Упражнение называется. Ну, давайте сделаем с вами 5 жемчужин, потому что я уже и с этой стороны к вам подошла. И с этой стороны. И, короче, покружила вас вот со всех сторон, что да, смотрите, со мной, да, все. Очень просто. Кормить, поить и выгуливать. А потом еще его ложить спать. Это все, что нужно для тела. И тут есть еще мышление. Что-то там в головке, что-то происходит. И что-то вот и здесь, типа душа, тоже что-то происходит. Душа и сердце. Добро и благодарность. Своей благодарностью, кстати, тоже... Блин, ну такой сегодня какой-то день. Мне хочется рассказать. Был у меня разговор с моей дочерью. И я у нее спрашиваю. Раминушка, скажи мне, пожалуйста, что в твоем понятии, ну, что для тебя благодарность? Как ты его понимаешь? Она мне говорит, ну, мне дали что-то, ну, вентилятор. И я поблагодарила и тоже этому человеку что-то даю. Я говорю, слушай, так что для тебя благодарность? Это получается дам за дам? Да, это неправильное вынесенное суждение. Вот видите, кажется, вот простые вещи, да, и мне кажется, что я знаю, что такое благодарность, да, мне кажется, что все знают. Оказывается, нет. Благодарность – это значит, что ты даришь благо. Не тогда, когда тебе, да, подарили благо, а наоборот. Вот в данный момент я рассказываю вам эту истину, да, благодарю. Фитнес, Форце Палермо, благодарю, дарю благо. И ты на протяжении всей своей жизни благодарить надо. Дарить благо. Идет человек, даришь благо. Своими действиями даришь благо. Все, что вы умеете, лучше всего даришь благо. Это людям, миру, человечеству. И вот это называется благодарность. Самый богатый, роскошный, красивый, здоровый, успешный, благополучный, достойный человек – это тот, который благодарный. Она такая лупает глазами, да? Ну, конечно, она там не признала, что она этого не знала. Она, конечно, сказала, что я и так это все знала, да? Но, тем не менее, я-то у нее спросила, что такое благодарность. А она мне ответила, что если ей что-то дают, то она взамен что-то дает. Да? Она говорит, благодарность – то же самое, что спасибо. Я говорю, нет, спасибо – это спаси Бог, да? Это какой-то там ты даешь, говоришь… Спаси, помоги мне, спаси, спаси. То есть, если происходит какая-то ситуация или еще что-то, то что-то какое-то невидимое, пожалуйста, помоги мне, спаси Бог, да? То есть, это два разных слова. Вот видите, вот себе, пожалуйста, и русский язык. И я ей сказала, пообещай, что ты будешь дарить благо. А почему человек самый богатый, который дарит благо? Почему? Почему? Вы ответьте. Почему? Потому что все возвращается.
еще в миллиард больше, чем вы могли этого ожидать. И это привычка, это образ жизни. Это привычка, я так живу. Я так живу. Ну, не совсем я там уже ангел, конечно, воплоти, да, но я к этому стремлюсь, потому что я себя и свой характер, свою душу, свой дух, да, усовершенствую какими делами? Благими, которые я дарю. Книгу «5 утра» редактирую, скоро она издастся. Благо дарю. Да, все, я это пропустила через себя. Тот, кто со мной соприкоснулся, ну, честно сказать, есть, ну, наверное, пара пять, которые просто со мной соприкоснулись с темой, да, замуж хочу, да, и они поженились, есть, и я благо подарила, безвозмездно, но мне Вселенная вернула хорошим здоровьем, хорошим настроением, красивыми путешествиями, красивыми отношениями, чудесными друзьями, великолепными, фантастическими. Ну, такие друзья, которые у меня есть в моей жизни, это самое ценное, что есть в моей жизни. Ну, конечно, первое – это мой муж. Самый ценный для меня человек – это мой муж. Я такого благородного, благодарного, достойного человека в своей жизни не встречала. Вот 6 лет вместе, а я у него учусь. Представляете? Вот он такая вот книга такая, да, которую читаешь, 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 и еще хочется читать. И еще хочется раскрывать. Но очень чудесный человек. Вот внешняя оболочка, да, никогда не ориентируйтесь на внешнюю оболочку. Ну да, конечно, когда я красивая, но это приятно. Но мужчинам красивым не надо быть. Женщинам надо быть красивым. Женщина – это красота. Это волосы, фигурка, движение, улыбка, женственность, сексуальность. Да, это же, а мужчинам не оболочка нужна быть, а вот именно вот этот вот стержень благородства. Видите, как я рассказала? Вот разговор у меня был по поводу благодарности. Будьте благодарны, дарите благо. Улыбку сделали – это вы благо подарили. Анекдот рассказали – это вы благо подарили. И на сегодняшний день такой мир, что всегда чувствуется энергетика человека. Энергетика. Вот я иду, да, вот вижу там какой-то человек, такой вот какой-то, и я такая, ой, нет, я отойду, я не пойду туда, не пойду, не хочу, все, чик, закрыла. Все, я улыбнулась, пожелала счастья этому человеку или этой компании, я туда не иду. Но тут я вижу там, всегда хочется возле детей быть, потому что они такие милые, ну, классные, да. И вот я вижу, ну, у меня два человека в моей жизни, я не могу, я ими наслаждаюсь. Наслаждаюсь. Мужем я наслаждаюсь, потому что у него очень благородные энергии текут, да. И есть у меня Леночка Москва, которая счастлива в Палермо. Какие у нее энергии. Ой, это такая роскошь. Просто вот, ну, вот я сижу, да, и вот прям аж трансую. Я на нее смотрю и трансую, потому что, ну, такие энергии, такие женственные, такие нежные, такие мягкие. Красивые, блестящие, да, вот я просто смотрю и трансую, и я не могу от нее оторваться. И вот еще вот мне нравится Светлана Тишкова, она может разные энергии под разные ситуации показывать, и когда Светлана Тишкова трансует вот эти вот женские энергии, я так трансую. Вот, видите, как много я вам дала? Если 5 жемчужин, не буду, ну ладно, сделаю по 3 раза, 5 жемчужин, 5 упражнений. Отдохнули 5 упражнений. Очень простые. Очень простые. Смотрите. Точка. Раз. Два. Три. Четыре. Ладно. 5. 5 и 5. 25. В обратную сторону. Раз. Два. Три. Четыре. 5. Опс. Класс. Видите, это как раз таки очень хорошо для вестибулярного аппарата, для мозга. Ну, вообще, это очень хорошее упражнение. Делайте его всегда, где можете сделать. Следующее, сгибательное-разгибательное. Здесь какие-нибудь у нас лимфочки находятся. Вот эти вот, это очень хорошее. Здесь лимфочки находятся,
выдох, вдох, выдох, вдох. Три, четыре, пять. Вот, видите? Все упражнения эти сгибательные, разгибательные. Как раз в районах, где находятся лимфочки. Следующее. Очень просто. Опять же, видите, вот эти вот. Вот она лимфочка. И вот она. Вот она, вот она. И работаем. Животик втянули, ягодички, да? Вдох. Раскрыли. Выдох. Видите, эти упражнения происходят там, где лимфочки, 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 лимфа, 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 да? Сгибательно, разгибательно, сгибательно, разгибательно, сгибательно, разгибательно. Очень хорошая гимнастика, рекомендую. Следующее упражнение. Видите, тоже лимфочка, здесь же находится лимфочка, находится, и здесь находится, да? Сели, да? Выдох. Вдох, видите, вдох. Задержка дыхания. Выдох. И голову. Вдох. И следующее упражнение, опс, опять же, лимфочка, видите, вот это вот, сгибательное-разгибательное, сгибательное-разгибательное, классное. Это пятое заключительное упражнение, выдох, выдох, голову, голову, и вдох, видите, потянулись. Пяточки старайтесь от пола дотронуться. Немножко быстрее. И растянулись. Вот и вся гимнастика. Видите, вот и вся гимнастика. Вот видите, я благо дарю, я очень много рассказала в этом виде, и не надо придумать велосипед. Для здоровья не надо придумать велосипед. Накормили, напоили, на улицу выгнали, спать положили. Все. Про благодарить я рассказала. Все. Вот и вся успешная жизнь. Но поизучать... Все, что умеете, то и делайте. Так, хочу показать вам еще. Ладно, смотрите, вот лимфочка. А раз. Вот, вот. Да? Понажимали. Нажали. В одном видео и про лунные сутки день искушений. Вот оно, пожали. Пожали. Очень хорошо. Очень хорошо. Вот, пожали, пожали. Хорошо, 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 хорошо. А, мне нравится. Смотрите, вот она, вот это вот, пожали. Ага, размяли. И вот она. Ой, как хорошо. Как раз таки. Улыбка, мягкость, женственность, доброта. Миловидность. Вот это вот женщина. Посмотрите.
платьица, каблучки. Вот он пожарит, да? Смотрите, вот здесь вот, вот такая, я вот эту вот вещь вот здесь вот так очень люблю делать. Мне как будто я не знаю, что это происходит. Но вот это вот, вот сюда вот я так, о, боже, я вот эти бугры вообще обожаю их делать. А, да, почесали голову, почесали, а, хорошо. Так, 10 раз в одну сторону, в другую. Ну, короче, помяли изнутри щечки. Потому что тело разогрето, и вы немножко добавляете, как раз-таки тут пошла циркуляция, да. Вот вам, пожалуйста, и массаж, и молодость, и красота, и вы сохраняете. И вы взрослеете, мудреете, однако это очень красиво. Очень красиво. Я люблю тех, кто взрослеет, мудреет, красивые тела. Пусть 70 лет, но это красиво. Вот эти вот красивые морщинки, меня вот, я вот обожаю, когда морщинки вот такие вот, красивые. Ну пусть даже здесь ну, такие вот маленькие морщиночки, да, но если с одетой улыбочкой, и вот здесь пошли вот эти вот красивые морщинки, ой, я кайфую. Вообще я кайфую от красивых женщин, которым уже в мудрых годах. Вот такие вот скрюченные, такие вот злые, фу, 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 гадость какая-то. Гадость какая-то. Вот как дал бы ей по голове. Ну, выпрямись ты. Ну, улыбнись ты. Ну, сделай ты благие дары. Не дела, а дары. Дары. Благодарить. Благие дела делайте, деньги на них зарабатывайте. Но помимо благих дел, есть благие дары. Благие дела, это значит, вы на этом деньги зарабатываете. А просто дарите, дарите, дарите. Дарите. Ну, есть же такое понятие. Ладно. Чем больше ты туда, тем возвращается тебе еще больше. Так, сделали. Вот побили, 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 побили. Вот оно классно. Вот оно такое. Делаем массаж. Массаж. Вот он, классненький массаж. Побили. Ручки. Все, на сегодня достаточно. И вот в заключение, видите, я и тело, и голову, и тело, и мышление, и тело, и душ, и тело, и мышление. Все делаю в этом фитнесе во благо. То есть одно мое видео, которое вы уже просмотрели, ценою в счастливую, здоровую, красивую, богатую жизнь. Одно видео, представляете? Чудо! Что я делаю еще в образе жизни? Ну, поделюсь с вами, что я еще делаю. Я всегда пишу с утра план, что я хочу сделать, купить. На день, на месяц, на два, ну все, что у меня в голове, я сбрасываю на бумагу и записываю. Следующее, когда я, ну, допустим, вчера я написала свой план, что я должна была сделать, да, какие у меня были планы, фантазии, билеты купить, в Тунис мы едем, я люблю Тунис, ну, и, короче, что купить, два пальто Макс Мара, как шикарно я их люблю, вот, потом я задаю вопросы, что я сделала хорошее. Что я сделала хорошего? Что я сделала хорошего? В течение дня. И я пишу, что я сделала хорошо. Следующий вопрос. Что я сделала плохо? Плохого. Блин, я, наверное, какая-то непонятная. Вечно мне нету написать, что я сделала плохого. Единственное, что ну, пообещала в 7 утра делать в Инстаграме, но не получается, жарко. Потому что жара спадает только, наверное, в 2-3 часа ночи. Под кондиционерами спать я не могу, потому что сразу горло болит, почки там, ну, короче, какая-то реакция дурная. А вентиляторы тоже не спасают. Вот, ну, вот это вот мне пишется. Потом
Что я отложила на потом? И что я вообще не сделала? Что я сделала хорошо? Что я сделала плохо? Что я отложила на потом? И что я вообще ничего не сделала? Это вот я внедряю это в привычку, чтобы мой головной мозг, нейронная связь, начала так работать. То есть делал анализ моей жизни, моего дня, каждого часа. Следующее. Я когда ложусь спать, у меня бессонница в одно мгновение исчезает. Я начинаю листать, что хорошего у меня в жизни, не в жизни, а в течение дня происходило. Ну и в жизни тоже могу добавить. Я такая, ой, я встала так кайфово, сделала фитнес форце Палермо. Ой, я видео выставила. Ой, я с дочерью поговорила. Я сейчас ввожу привычку с дочерью общаться, ну, вот на такие вот темы, которые сейчас я вам говорю, да, что для тебя благодарность, ну, какие-то такие отрицательные эмоции, негативные, да, вот я такая думаю, ой, молодец. У меня не то, что такое общение с дочерью идет, что там, ты поела, где пошла, что купила, да, нет, а именно такие философские. Ну, я люблю философские беседы, поэтому вот я дочь, и задача мне стоит 5 минут. 5, максимум 8 минут. До 10 минут с ней просто вот, компактно поговорить. Молодец. Английский изучила. Класс. That's why, this is. Ну, мне очень нравится because. Да, ну, я просто учу по гуляющей по Америке. Более того, что у меня есть приглашение в Нью-Йорк. Так что, наверное, с мужем скоро поедем в Нью-Йорк. Но вот видите, я начала английский изучать, и у меня уже приглашение в Нью-Йорк, да? И я перелистываю. В баре были, там, так, заметила там ребенка такого. Перелистываю, да? И я так вот листаю, что хорошего происходило у меня в течение дня. И потом еще добавляю немножко кайфа. Ой, как мне было хорошо. Ой, как я купалась на море, какая была водичка, какие там были чайки, да? И я вот так вот, а это молодость и красота, здоровье крепкое, понимаете? И так я засыпаю. Еще могу вот в свои вот эти листания, что у меня происходило в течение дня, добавить, что я хочу завтра сделать, улучшить. Да, куда пойти, там театр, кино, куда поехать, с кем встретиться, через 5 лет что хочу, через 10 что хочу. Вспомню немножко прошлую жизнь, что у меня было хорошее. Ну, вот так вот. Вот так я засыпаю. Когда я просыпаюсь, я сразу делаю пипи, умываюсь, чищу зубы, иду и делаю гимнастику, закрываю глазки и ни о чем не думаю. Просто кайфую. Пока я сделала закрытыми глазами гимнастику гормонально, открыла глазки, а у меня там зеркало. И, боже мой, какая я красивая. Это просто шедевр. Ямочки, улыбка. Пойду-ка я сейчас начну этот день с чего? Выпью чесночка, лимонную водичку, мужа накормлю, фитнес сделаю. Ну вот как-то, иногда, конечно, я ленюсь, думаю, нет, все равно пойду. Ну, короче, вот так. Очень много я наговорила, чтобы у меня вместилось все. Всем хорошего дня, с вами, как всегда, была Алена. Я в Инстаграме вместе с вами уже 23 дня. Осталась еще неделя. Ну, может быть, я продолжу, но я не знаю, это моя фантазия. Но с мужем. Или на Фейсбуке, или в Инстаграм. Не знаю я точно, где я продолжу, но это моя фантазия, как мне захочется. Так что еще неделю я с вами. Еще неделю с вами. Ну, подхватитесь за эту неделю. Возьмите много, и потом все, что вы сделаете со мной, примените это в свою жизнь, вам вернется, блин, таким благом, такой роскошью, такой богатством, таким настроением, здоровьем. Напишите потом мне в комментарии. Чао!